На территории Жамбылской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохраны законодательства и незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, а также раскрытие экологических преступлений. За период ОПМ в регионе зарегистрировано 8 уголовных дел, изъято 21 единица незарегистрированного огнестрельного оружия и выявлено 293 административных правонарушения. Так, инспекторы природоохранной полиции Курдайского района совместно с сотрудниками учреждения по охране лесов и животного мира при проведении рейдовых мероприятий в горной местности Майбулака Ухатинского сельского округа, входящего в особую охраняемую заповедную зону Курдай-Жайсан, задержали двух мужчин, подозреваемых в охоте. При проверке у задержанных обнаружены изъяты туша косули, три охотничьих гладкоствольных оружия и патроны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 337, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы. Также в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейскими выявлено 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников. Сотрудниками полиции Сарысусского района в момент незаконной вырубки краснокнижного саксаула задержан 35-летний мужчина. Рядом с подозреваемым обнаружено 4 мешка, запрещенных к пользованию древесины. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена судебно-биологическая экспертиза.